28 июня на площадке перед главпочтамтом пройдет концерт «Урал Мюзик Найт Базар». Мировые звезды и молодые артисты сойдутся на одной площадке в поддержку темы экологичного отношения к окружающему миру. В субботу на фреш-пати вы погрузитесь в атмосферу летнего веселья. Вас ждут интересные загадки, вкусные смузи и дружная компания, с которой не страшно оказаться на необитаемом острове. 29 июня на мастер-классе «Арт-анализ поп-арт» можно будет познакомиться с этим художественным направлением и даже нарисовать свой портрет в стиле поп-арт. Туристов ждет однодневный поход на гору Качканар. Участники прогулки смогут проверить свои силы на 16-километровом маршруте и даже побывать в буддийском монастыре. 30 июня на сцене Коляда театра сыграет спектакль «Оптимистическая трагедия» по пьесе Всеволода Вишневского. Герои спектакля – те, кто захотел изменить жизнь, построить новое светлое будущее, даже если придется умереть за идею. 3 июля во Дворце молодежи покажут шоу «11 воинов». В нем боевое искусство сливается с традиционным китайским балетом и современным танцем. Шоу дает представление о древних традициях и философии китайского народа.